Брискалина, маленький томат, вы его знаете, даже ролик о нем снимали, поэтому вы его прекрасно знаете. Хорошие, отличные вкусовые качества, супер завязываемость, 270 плодов на кусту, это как минимум. Единственное, да, надо своего клиента, ну как бы клиенты уже есть, мы раскручиваем этот томат, в Киеве его хорошо знают, сети его берут отлично. Единственное, конечно, это то, что уборка. Потому что он все-таки не крупный, 35 грамм, убрать его, ну, довольно-таки затратно, скажем, не трудно, а затратно. Поэтому тут как бы ложится немножко вот эта прибавка на себестоимость продукта. Но, тем не менее, у меня есть знакомые фермера, которые его покупают несколько гектар. Говорю, зачем, ну как, тяжело, да, жалуются все время, вот, пока есть там тот, люди там не хотят, то. Говорю, а зачем ты его тогда берут? А говорит, у меня ж приезжают клиенты, там берут там Оленко, Унороса, этот самый, и хотят Брискалина. То есть это как нишевый, он говорит, им там немного, допустим, грубо говоря, с 10 тонн, говорит, там тонна, полторы Брискалина, а то другим томатом. Ну, ко мне, говорит, едут клиенты, потому что у других нету Брискалина, и как раз, говорит, мы возим томаты, постоянно есть покупатели. Поэтому, как такой нишевый томат, в принципе, отличный и очень и очень хороший. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.